Рада? Угу. Везем, везем все, что нам надо. И даже Чуньку на дачу везем. Ты посуду-то держишь? Угу. Держу.
радио сидишь. Угу. Ешь, Чунька, ешь. Мам, посмотри, Чунька в дороге не похудела. Потом, дочка, потом. Ты делом займись каким-нибудь. Божья коровка, полети на небо, дам тебе я хлеба черного и белого, только не горелого. Пойдем на речку купаться. Потом, Свет, потом. Все у вас потом, второй день потом. Говорили, вот приедем тогда. А когда же начнем жить? Ну вот устроимся и начнем жить. А ты чем без дела мотаться? Пошла и нарвала для мамы цветов. Тут она обрадуется. Ладно, я тут за околицей полянку видела. Стой, Машка, стой, красавица. Так, да, умница. Это кто? Как кто? Коза. Настоящая? Конечно, настоящая. Ее Машкой звать. Не бойся, она не кусается, может, ее даже погладит. Меня Нюркой звать, а тебя? Светка, а почему у нее хвост синий? А я ее чернилами перемазала, чтоб не потерялась. Ну ладно, мне пора. Меня мама дома ждет. Мы с тобой еще поиграем. Да, Света! Вон, видишь, на качелях мальчишка катается. Это Санька. Он живет возле того дома, где чьи-то спильни в помидорные грядки залезли. Так ты ему не верь, он врун необыкновенный. А я тебя знаю. Это ты кошку мучил, а тебе за это уши надрали. Чего? Много ты понимаешь. Может, я ее совсем не мучил? Может, я ее для Красной Армии готовил? Как это для Красной Армии? А вот так. Приду к врагам в тыл. Узнаю, сколько у них пушек, пулеметов, боеприпасов. Напишу записку, привяжу к коту, а он к нашим побежит. Врешь ты все. А зачем ты тогда банки консервные к хвосту привязал? Чудачка! Это чтобы он к шуму привыкал, чтобы взрывов не боялся, а то от каждого взрыва шарахнется. Понятно? А ты кто, дачница? Дачница. Из самой Москвы. Из Москвы. Тоже мне невидаль. Вот девочка тут одна есть, Бертой звать. Та, которая с Нюркой и с Козой дружит. Так она из самой Германии приехала. Они от фашистов убежали с отцом. А у вас здесь москвичей, как собак нерезанных. Мама. Светланка. Нравится? Хорошо. Ну, как тебе здесь? Ой, мама, что скажу? Я козу живу. Чего? Я даже ее гладила. И с ребятами познакомилась. А это тебе. Спасибо.
А знаешь, папа, я тут с одним человеком познакомилась. Его Санькой звать. Так он говорит, что здесь деревенька есть, по которой из пушек стреляют. А я думаю, что он все-таки врет. Ну почему врет? Тут, кажется, действительно полигон недалеко. Как это полигон? Это что же, по живой деревеньке из пушек стреляют? Так деревня-то не настоящая. Не настоящая? Отсюда кажется, что настоящая. И дома, и мельницы, и вообще все. А подойдешь ближе, там и нет ничего. Дома картонные, и люди там не живут. Вот и мама запела. Далека ты, путь, дорога. Выйди, милая, Маруся! Встречай. Маруся! Мы простимся с тобой. Пойду посмотрю, что она там делает. Ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога. Ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога. Сидит, окошко глядит, сюда не хочет. Ну-ну. Посиди, Марусь, я принесу. Да мне не трудно. Умеет наша мама придумывать себе работу. Угу. Она у нас такая. Моя. Гроза будет. Никакой грозы. Па, Чуньку в лодку возьмем? Возьмем. Если грозы не будет. Выбегает он на перрон. Красный все вещи разъявил. Ну, ему потом по почте прислали. Ой, история была. К нам гости. Вы, Володя, проходите, а я сейчас. Здравствуйте. Я тут по службе недалеко, дай, думаю, зайду. Мы вам рады, Володя. Маруся, поставь самовар. Володя, наверное, с дороги пить хочет. Нет-нет, что вы, спасибо. Я не хочу. Ну, здравствуйте. Здрасте. Проходите. Спасибо. Душно очень. Да. А где ваш самолет? Ну, как тебе сказать? Светка, не приставай к дяде Володе. Человек устал с дороги, чаю хочет. Вы, Володя, проходите, там в саду самовар еще теплый. Туда-туда, за угол. Помочь чего-нибудь? Нет, нет, спасибо, не надо. Ой. А вы? Да мы здесь пока. Ну что он все ходит, ходит и ходит. Пап, что мы с тобой будем делать?
что делать? А будем мы с тобой, Светка, делать вертушку. Возьмем палочки, молоток, ножик и начнем мастерить вертушку редкой красоты. Каково? Здорово! Побежали в сарай за инструментами. И придумала такую масть, что если ты ее натрешься, тебя никто не увидит. Санька, опять ты врешь. Ты что, бабуль, это все точно было. И в газетах писали. Ты что, не веришь? Да верю, верю. Рассказывай, ну. Вот, купила билет до заграницы. А зачем билет? Он же и так натертый. Чудачка, зачем же ему на советской стороне натираться? Вот доехал он до границы, пошел в поле, натерся и перешел границу. Пошел в город, видит жандарм, а он мимо. Жандарм ничего не видит. А может, я подойди сзади и кулаком его стукну? Зачем же ему мелочиться? Он до самой тюрьмы поехал. Слушайте дальше. Ну вот, видит часовой, убил. Видит другой часовой, убил. Что это он у тебя больно много убивает? А что их собак жалеть? Они-то наших не жалеют. Ну вот, забрал он у надзирателя ключи, отпер все камеры и говорит: выходите все люди, кто куда хочет. Сань, а он чего это? Так ни разу и не попался. Попался, как же. Его 4 года ловили. Он всех невинных спасал, а всех злодеев убивал. А вообще-то попался по глупости. Идет раз по заграничному городу, видит богатая кондитерская. И забылся. Съел 5 штук пирожных. А они-то не натертые. Вот ты стали в животе просвечиваться. Да. Па, а мы сегодня на лодке поедем кататься? Ну, у нас же гости. А когда дядя Володя уйдет, поедем? Не знаю, может быть. Если поздно не будет. Сидят. Отчего бы людям не сидеть погожим летним вечером? Сидится, вот и сидят. Пап, а он с Очкаловым летает, и льдина видит, и белых медведей. Он, может, герой? Может, и герой. Тогда какой его подвиг? Вот она. Получается. Покрасить только и готово. Хороша? Хороша. Ну все, пора. Да. До свидания. Спасибо вам. Будьте здоровы. Счастливо оставаться. Я провожу Володю до станции. Светка, выпей молока, ложись спать, уже поздно. А как же лодка? А лодка завтра. Не буду я спать одна в пустом доме. Я к нему еще не привыкла. А пойдем-ка, Светка, с тобой в чулан. Зачем? А возьмем там щетку. А зачем тебе щетка? А сделаем из щетки кисточку, возьмем разные краски. И покрасим нашу вертушку. Поставим на крышу. Идет? Идет. Подует ветер, закружится, затрещит наша быстрая вертушка, и со всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Всех позовем. Будем их рассказы слушать и сами сочинять. А потом еще чего-нибудь придумаем. Угу. А завтра сядем в лодку. Я на весла, ты пассажиром, мама за руль, и уплывем по реке. Далеко-далеко. О, мой боевой конь! Мой боевой конь! Я тебе сейчас покажу моего коня! Скорей на него садись!
А это та самая Нюрка с козой. И Санька. Он врун ужасный. Слушала, ребята сговорили с ним не дружить за его враки. Я перед калиткой стояла перед обедом. А, по мальчишке шли, один другому такой, в черных трусах, и говорит. Ну-ну, сплетница. Ничего, будет и у нас своя компания. Посмотри-ка, папа, а ведь кажется, это наша мама идет. И как бы нам сейчас с тобой не попало. Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли, а? Во дворе уже сыро, Светлане спать давно пора. Обрадовались, что меня нет дома, готовы баловать хоть до полуночи. Да мы не балуемся, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди, Марусь, нам всего 3 гвоздя осталось. Смотри. Завтра доколотите, а сейчас давайте спать, а то я совсем рассержусь. Ну что ты, мама, все сердишься и сердишься. Доколотим и спустимся. Без разговоров, быстро вниз. Ладно, Светка, не дуйся, поздно уже. Завтра доделаем. Светка, я тебе яблоко со станции принесла. Можешь сейчас съесть. А завтра на лодке поедем. А тебе табак вот. Все, спим. Спасибо, Марусь. Так умывается. Вот, ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда, кружка с Нюркой. Сейчас кого-то я буду поливать водой. Вот так. Кого я учу? Эй, вы! Гусь, утки, журавли! Хватит воду изводить, за стол пора! А что на завтрак? Блины! Ура, блины! Ура! Блины, ура! У нас на завтрак самые румяные в мире блины! Из Ленинграда в Москву вылетает 2 пассажирских самолета.
Так, держи мед. Будет гроза. До нас не дойдет, обойдет стороной. Или гроза, или стреляют. Правда, тебе уже из Испании выстрел слышится. Возьми свет молоко. Стреляют. И гроза будет. Никакой грозы, небо вон чистое. Ой, господи, сметану-то забыли. Блины со сметаной, ура! Блины со сметаной! Вот что, мои дорогие. Кто мне объяснит, что произошло с моей любимой голубой чашкой? А что произошло? Разбилась? Не разбилась, и разбили. Мне очень хотелось бы знать, кто. Не я. Ну, это к счастью, Марусь. К какому счастью? К счастью. Разбили мою любимую голубую чашку. Делать вид, что ничего не случилось. Ну, Марусь, во-первых, мы ее не разбивали, это правда. А во-вторых, что ты так убиваешься из-за ерунды? Ах, из-за ерунды? Это ерунда? Это память, понимаешь? Это бабушкина любимая чашка. А у чашек нет ног, они не могут туда-сюда и обратно. А кроме вас двоих, в чулан никто не лазил с вашей дурацкой вертушкой. Она не дурацкая. Мы ее хотели Марусей назвать. Марусей? Разбили, не сознаетесь. Нехорошо, товарищи. Мам, ну вот и папа говорит. И я говорю, не разбивали мы. Мы ведь правду говорим, а ты ругаешься. Стыдно врать, Светлана. Маруся. Ах, оставьте вы меня. Плачет. Марусь, ты куда? В город. Вот тебе и на лодке покатались. Да вчера с тобой согнали. Банку из-под керосина недавно отняли. И за какую-то голубую чашку напрасно выругали. Но разве это хорошая жизнь? Нет. Жизнь совсем плохая. А знаешь что, Светка? Давай-ка достанем из-за печки мою походную сумку. Положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома, куда глаза глядят. А куда твои глаза глядят? А вон туда. Вон, видишь, на тот зеленый луг, где пасется корова. А за лугом, я знаю, есть ферма, где эта корова живет. А за фермой пруд. А, я знаю, знаю. Там еще мальчишки купались. Помнишь, мы на машине проезжали? Помню. А за прудом темный лес, помнишь?
Да. А уж что за тем лесом, я и сам не знаю. Идет? Идет. Только ты возьми с собой толстую палку. Где-то в той стороне живет страшная собака-полкан. Я слышала, она одного чуть до смерти не заела. Есть взять палку. Трубим сбор! Трубим! Ленты брать? Бери, коль надо. А спички? Брать, конечно. А бинокль? Пожалуй, не надо. А утюг? Он тяжелый. Мы же налегке идем. Нам лишнего не надо. Папа, я готова. Это что ж за наряд за такой? А вдруг гости зайти придется? Новая жизнь, так новая. Как ходим, так и живем. Так и одеваемся. Прощай, Маруся, мы обиделись, мы ушли. Прощай, Маруся. Смотри-ка, Светка. Смотри, Свет, какой простор. Побежали, пап. А я знаю, кто это бежит. Это Санька. Помнишь, я тебе про него рассказывала? У них еще чьи-то свиньи на помидорные грядки залезли. Но он вчера еще на Нюркиной козе катался, помнишь? А, да-да-да, помню. Меня бабка за солью послала. А там на ферме сидит Пашка Вражина, он мне драть хочет. Как ты Пашка Вражина? Да Букамашкин, пионер, чтобы ему пусто было. А разве есть такой закон, чтобы шел себе человек тихо-мирно в колхозную лавку за солью? Никого не трогал. Ты ведь не трогал? Никого не трогал, не задевал. А его ни с того ни с сего драть захотели. Ты еще пионер. Идем с нами. Нам по пути. Мы заодно за тебя заступимся. Пусти. Шарик. 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 Вон идет сюда известный фашист и белогвардеец Санька. Погоди, несчастный фашист. Мы с тобой еще раз сделаемся. Погоди, погоди, Пашка. Может, ты ошибся? Какой же это фашист и белогвардеец? Это же просто Санька. Который живет возле того дома, где чьи-то свиньи на помидорные грядки залезли. Все равно фашист и белогвардеец. А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю. Вы его и видеть-то не захотите, когда узнаете. Да, ты тогда все рассказывай. Как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Ты думаешь, по затылку не больно? Возьми себе так и тресни. Так вот, есть в Германии город Дрезден. И вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей.
С ним вот девочка, Берта. Убежал и приехал к нам. Сам он на этой ферме работает, а Берта уже 2 недели с нами играет. Играем мы сегодня в чижа. Я, Берта, этот и еще один товарищ из поселка. Берта бьет палки в чижа и попадает ему по затылку, что ли. Да, прямо по макушке треснула. У меня голова гудит, а она еще и хохочет. Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил лапу к голове и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно сжулить. Возьмет, нашагнет лишний шаг и метит чижом прямо на кон. Врешь, врешь, врун! Твоя собака через мордой ткнула, он и подкатился. Моя собака сейчас кое-кого мордой ткнет. Ты не с собакой играл, а с нами. Взял бы, да и положил чижа на место. Есть у игры правила, соблюдай. Ну вот, метнул чижа, а Берта как хватит палкой, то чиж прямо в крапиву залетел. Нам смешно, а он злится, понятно, бежать в крапиву никому не охота. Перелез он через забор и орет оттуда. Дура, жидовка, чтоб ты свою Германию обратно провалилась. Берта хоть по-русски совсем плохо понимает, но такие вещи сразу схватывает. Я кричу, замолчи, Санька. А он назло, еще громче. Берта заплакала и убежала. Поднял я тогда с земли камень. Ну, думаю, погоди, проклятый фашист Санька. Это тебе не Германия, с твоим-то фашизмом мы сами справимся. Отправим тебя в тюрьму к твоему папаше. Он не в тюрьме, он в командировке. Знаю, в какой он командировке, да что туда посылают. Папа, у него отец бандит или шпион? А что ты думаешь, его в пионеры не приняли, таких вообще из школы выгонять надо. Погоди, Пашка. У Саньки с Бертой плохая история приключилась, прямо слушать противно. Ну и ты, Пашка, тоже хорош. Отца приплел, пионеров. Немного ли? Санька Берту еврейкой попрекал. Ты его отцом. Разве так защищают правое дело? А в чем дело? Я правду говорю. Это он лишь наврет истории дурацкие выдумывает. У нас с ним вообще никто не дружит. Мы в игру-то его взяли, потому что никого больше не было. Все знают, какой он подлиза да врун. А теперь еще и законченный фашист. Пап, а может он вовсе не фашист? Может, он просто дурак? Сань, ведь правда, что ты просто дурак? И сейчас пойдешь и у Берта прощения попросишь. Но я не понимаю, в чем дело. Да где тебе? Все у тебя в порядке, все на месте. Только доброты в тебе, Пашка, маловато. Я за справедливость. Ладно, Свет, пошли. Пап, ну нельзя же их здесь так оставлять. Ты ему объясни. Может, он и вправду не понимает. Да таким людям объяснять бесполезно. У них на все готовый ответ имеется. Нет, почему же? Мне интересно послушать. Пап, ну за что ты его так? Хуже, чем Саньку. Видишь ли, Свет, какое дело? Санька слабый человек. Он и врет, и подлизывается, и конючит от слабости своей, от одиночества. А Пашка сильный. С него и спрос другой. Сильный человек не имеет права быть жестоким. Пап, а мы с тобой сильные? Мы-то? А ты как думаешь? Не знаю. А интересно, Санька с Бертой померится? Если Санька наберется храбрости пойти к Берте и попросить у нее прощения, тогда померится. Пошли. Oma, du bäckst gute Pflaumenpirocken, aber ich mag deine Kirschpirocken lieber. Natürlich ohne Kerne, da schmecken sie besser. Man muss einen dünnen Stock nehmen und den Kern aus jeder Kirsche herausholen. Verstehen? Конечно, verstehen. У меня тоже бабушка всегда из вишен косточки вынимает. Вкуснота. Ой, что-то мы совсем засиделись. Смотри, к нам гости идут. Гости? Заходите, пожалуйста, в гости. Ой, чего-то я давно не ходила в гости, я совсем засиделась. Да-да, мы совсем засиделись. Милости просим. Здравствуйте. А вы подарки принесли? Подарки? Ну, подарки, подарки. А, Гешенька?
Ну да. Принесли? Мы подарки принесли. Вот, принесли отрез на платье. Принесли отрез на платье. Вот, возьмите, пожалуйста, отрез на платье. Хорошо, хорошо. Это? Ой, что вы, отрез на платье, спасибо, вы очень любезны. Санька идет. Санька? 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 Играете? Играем, а тебе-то что? Ничего. Уходи отсюда, Санька, мы к тебе не лезем, и ты к нам не лезь. А что? Место не купленное. Захочу, уйду. Захочу, постою. Ну ладно. Они что у тебя, руки моют? А это что такое? Дом. Дом? Дома разве из одеял строят? Дома строят из дерева, из кирпичей. Могли бы натаскать сюда кирпичей и построить крепенький. А это чуть притронешься, он и развалится. Ну ладно. А это что такое? Это магазин. Магазин, ясно. А деньги где? Из дома таскаете? Или вот это? Нет, Санька, это украшение, товар. Тьфу, товар. Украсили, стара барыня на вазе. Ну ладно, а где у вас пироги? Вот пироги. Дома за одеял, пироги из глины. А ну нас, ешь один. А, то-то же. А гостей такой дрянью кормишь. Нет, чтобы что-нибудь путное поиграть. Вот, например, один человек придумал такую мазь, что если ты натрешься, станешь невесомым и полетишь куда хочешь. Уходи, Санька, уходи, дурак. Без тебя так хорошо было. Вот вечно ты придешь и все испортишь, вредина. Да ну тебя, сама дура. Сдались мне твои пирожки. Я вообще не к тебе пришел, а к ней. Как тебе там, Берти? Ну тут глупость вышла случайная. Ты обиделась. А вообще сама виновата. Зачем зубы скалила? Вот и разозлил меня. В другой раз, видишь, не вези человеку в игре, не скалься. А то опять нарвешься. Может быть, у вас там в Германии другие правила? Так ты учи наши. А вообще, девки, глупостями вы здесь занимаетесь? Сам дурак. Нет, чтобы настоящие дела делать. А какие они твои настоящие дела? А, например, могу сводить вас в одно хорошее местечко. Очень надо. Да если бы вы увидели это хорошее местечко, вы бы дома из одеял не строили. Вот там играть, так играть. Там даже блиндаж настоящий есть. Блиндаж? Was ist das блиндаж? Ну, блиндаж. Дом. Дом. Земле. Ферштейн. Ферштейн. Да врет он все. Я вру, там ограждение везде, а я вас знаю. Ой, врешь. Вру. Идемте. Ну что, Берта, пойдем? Только чур тайны не выдавать. Знаем мы твои тайны, все враки. Ты что, с козой на военный объект собралась? А куда же мне ее? Чай не застрелит мою Машку. Хороший полкан, хороший. Лежать, полкан, лежать. Своих не трогать. И я своя. Ты меня не трогай. А ты подойди к нему. Подойди, погладь его, не бойся. Не бойся. Вот, вот так. О, какой он. Хороший. Не трогает. Ты бы нам, старик, посоветовал, какой путь выбрать. Покрасивее да поинтереснее. Так я не знаю, куда вы идете и чего ищете. Но одно вам могу сказать. Есть плохое далеко, есть хорошее далеко. Вот плохое для меня далеко, это налево, за прудом. Там стоит наше старое сельское кладбище. Путь до него вроде бы короткий, а на поверку выходит целая жизнь.
Вот, а самый хороший для меня далеко, так это вот направо. Там через луг, через овраги, потом идти перелеском, а дальше большущий, большущий сосновый лес. И есть в этом лесу и грибы, и ягоды, и цветы, и малина, и большое красивое озеро. А недалече от этого озера стоит дом, а в нем живет моя дочь Валентина с внуком. Так что будете в этих местах кланяйтесь ей от меня. А внуку моему, Федору, подарочек от меня передайте. Вот он, вот свистулька забавная. Передадим, обязательно передадим. А вы, дедушка, кто? Да кто я? Вот это, над всем этим главный сторож. Ну, нам пора. Солнце высоко, скоро полдень. Жарко. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Мы опять уходим далеко. Счастливый путь. Ну что, Санька, далеко еще? Да нет, совсем еда, вот только рощицу пройти. Видите, колючая проволока. Здесь главное козу протащить. А ну давай, подталкивай ее сзади, подталкивай. Стой, Машка! Куда? Да хватит тебе, Санька, чем командовать, лучше бы помог. Ладно, пролезай, Берта. Осторожно, не зацепись. Дankeschön. Спасибо. Вот она, деревенька-то. Она не настоящая. Они весной из пушек стреляли. Как это стреляли? Куда это хулиган нас завел? Да не боись ты. Это когда было весной. Тут совсем мало осталось. За полем. Видишь, на поле ямы. Это от взрывов. Идем посмотрим. А вдруг стрелять начнут? Не начнут. Красноармейцы тогда уехали и больше не приезжали. Пойдемте. Ой, ребята, смотрите, что это? В яме-то выросли. Не в яме, а в воронке. Упал сюда снаряд, земля в стороны. Вот и получилась воронка. А раз цветы выросли, значит, давно не стреляли. А ты боялась. Ладно, идемте дальше посмотрим. Ух ты, смотрите, сколько дырок. Да не дырок, а воронок. Сколько раз тебе говорить. Летит снаряд, в нем взрывчатка. Упадет снаряд на землю, получается взрыв. Понятно? Ну идемте скорее. Идите скорее сюда. Это окоп. В нем солдаты от пуль прячутся. Папа, посмотри, какой дом за забором. Может, здесь живет старикова дочка Валентина? Да что-то не похоже. Все равно давай зайдем. Я пинчить не хочу. Ну, давай зайдем. Где же здесь вход-то? Все идем, идем, а входа нету. И зачем только людям такие заборы? Во, нашла! Ух ты, какая красота! Пап, на, посмотри. Вряд ли Светка нас с тобой туда пустит. Пойдем-ка лучше своей дорогой. Нет, давай все-таки вход поищем. Я пить очень хочу. Окошко, занавеска колышется. Во, тетенька вышла. Пап, подсади меня, я ей крикну.
Далеко, Светка, не услышат. Или подумают, что воры лезут. Вон, собаки какие свирепые. Какие же свирепые? Такие, точно, как полкан. А он меня не тронул. Это тебе не полкан. Нет, надо все-таки вход поискать. Папа, папа, я вход нашла, ура! Свет, не надо. А вдруг к ним кто-нибудь приедет? Или соседи зайдут соли попросить? Да видно, здесь никого не ждут. Нет у них ни звонка, чтобы позвонить, ни молотка, чтобы постучать. Открывайте, мол, мы пришли. Ну и народ, и не скучно им. Вот если бы у нас был такой дом, мы бы ворота отпарили, калитку бы открыли. Заходи, кто хочет, нюхайте наши цветы, ешьте нашу клубнику, сидите на наших скамейках. Вот вам игрушки, вот вам мячи, вот вам гамак для стареньких и качели для маленьких. А все-таки зайти туда ужасно хочется. Хоть бы один разок нюхнуть цветок вон на той клумбе. О, какой зубастый злой! Это не то, что болган! Для него все чужие! Тьфу на вас! Тьфу! Пойдем, Светка. Знаешь, Светка, что я предлагаю? Давай не станем о них ни говорить, ни думать. Как будто не было вовсе ни забора, ни дома, ни свирепых собак. А зачем? Как это зачем? Сидят они сейчас за своим высоким забором, нюхают свои роскошные цветы. И обида наша с тобой их тешит. А мы об них не станем ни говорить, ни думать, как будто их и нет вовсе. Идет? Надо попробовать. Интересно, что получится? Не выходит. Что не выходит? Не думать про них не выходит. Все время в голову их забор лезет. Вот если бы у нас был такой дом, мы бы ворота отворили, собак бы в цирк отдали и гостей бы созвали. В том-то и дело, Светка, что если у людей такой дом за таким забором и с такими собаками, то нет и не будет у них гостей. А захотим мы такой дом, и появись он у нас. Сами не заметим, как в таких же людей превратимся. Понимаешь? А здесь правда интересно? А я наверх полезу, и я хочу наверх. Ну что, нравится? Ага, покрашено все как настоящее. А тебе, Берта? Гуц, гуц. Wunderschön. Das ist eine Puppenstadt. Город... Для кукол. О, не могу, для кукол. Сама ты, Берта, кукла. Это для взрослых игрушки, по этой деревеньке стреляют. Санька, а вдруг и сегодня стрелять начнут? Хе, прямо уж таки. Разбежались. По этой весной стреляли, а теперь по другой стрелять будут. По-настоящей? А хоть бы и по-настоящей. А вот и врешь ты все, Санька. Но никогда такого не было, чтобы по настоящей деревеньке стреляли. Состав такой изобрели, его ни пули, ни снаряды не берут. Намажешь им дом, и хоть бы что. Ой-ой, Санька, опять ты начал. Да что с вами девчонками разговаривать? Вы про деревеньку-то не верили. Теперь убедились. Берта, веришь теперь? Верю. Санька, кто-то же. А ты тут про какой-то дом в земле рассказывал, ну про этот. А, про блиндаж. Так он вот за этим домом крайним. Идем посмотрим. У муравьев, Светка, свой яд есть. Ну, как у пчел.
Он на вкус кислый. Жажду хорошо утоляет. И для людей очень полезный. На. Попробуй. Пап, смотри, муравья не съешь. Пап, смотри, сыроежка. Какая поляна. Пап, а давай здесь где-нибудь присядем и что-нибудь поедим. Давай. Давай вон под той елкой. Давай. Ух ты, какая высокая. Да, макушка прямо за облака цепляется. Давай, Светка, накрою пока стол. Здесь в сумке скатерка есть. А я пойду наберу пока во фляжку воды. Да ты не бойся, здесь живет только один длинноухий заяц. Даже если 1000 зайцев, я и то не боюсь. Ну вот и хорошо. Пап, ты все-таки приходи поскорее. Хорошо. Гей-гей, а мы не разбивали голубой чашки, нет-нет. А в поле ходит сторож полей, но мы не лезли за морковкой в огород. И я не лезла, и он не лез. А Санька один раз в огород за морковкой лез. Ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля. В поле ходит Красная Армия. Красная Армия самая красная. Белая Армия самая белая. Тру-ту-ту! Тра-та-та! Это барабанщики, это летчики, это барабанщики летят на самолетах. Я, барабанщица, здесь стою! Салют, барабанщица! А белую армию мы давно разбили. Стыдно послушивать, дорогой товарищ. Вот, чистая вода из ручья. А вот белый хлеб, желтые яблоки, зеленый огурец и красные помидоры. Пап, гляди-ка, это наш знакомый Чиж прилетел. Я его видела, когда мы с мамой в саду на качелях качались. Она меня высоко качала. Пап, а зачем он за нами так далеко прилетел? Да нет, это совсем другой Чиж. У нашего Чижа не хватает двух перьев на хвосте, которые ему выдрала соседская одноглазая кошка. Наш Чиж толще, и чирикает он совсем другим голосом. Не тот самый, я знаю. Это он за нами прилетел так далеко. А мы все равно не разбивали голубую чашку. Нет, нет, нет. У тебя не такой голос. И люди так не поют, а только медведи. Что-то мне холодно стало. А мы кофты не взяли.
Папа, смотри. Куда это они? Маневры, Светка. Красными в сером ковыле. И тачанки грозные сразу стали лишними. Мирные кузнечики тарахтят воржи, то не пули фыркают, то шмели над вишнями. Но солдату старому попробуй докажи. Всюду ему видятся грозовые тучи. Брось, солдат, ты честно свой, заслужил покой. Ладно, отвечает он, но на всякий случай пусть будет конь оседлан, да шашка под рукой. Ладно, отвечает он, но на всякий случай пусть будет конь оседлан, да шашка под рукой. Ой, здесь белка совсем. Иди сюда. Давай руку. Ну-ка. Папа, давай, держи ее крепче, крепче держи. Так, пойдем поглубже. Папа, я совсем плыву. Так. Не замерзла? Брось меня! Ну, хватит! Пойдем. Ой, горячий. Сейчас, погоди. Кто это? Чудище зеленое. Рак речной. Что, братец, не видал никогда такого солнца в своем подводном царстве? А девчонку такую видал? В этой деревеньке жить. Я бы ни за что не согласилась. Бет, а ты? Ich auch nicht. Я тоже нет. Вот он, блиндаж.
Какой же это блиндаж? Это просто погреб. Ты там была? Не было, не говори. Очень надо мне в погреб лезть, темнотища. Да не боись ты. У меня там свечка припасена. Фу, черт. Скользко. Сань, ты где там? Ты не провалился там? Идите сюда, я свечку нашел. Сань, все равно я ничего не вижу, я боюсь. Эх вы, мы же путешественники. А путешественники ничего не боятся. Хотя в разные переделки попадают. Вот, например, одни вот так вот провалились. Сначала запасы ели, потом ремни, а потом друг дружку поели. Угу. Ой, я на что-то наступила. Правда? Да. Ты знаешь, что это? Что? Змея! Где змея? Что, испугались? То-то же, трусихи вы! Что? Это мы-то трусихи! Да ты сам трус! Ты врун необыкновенный! И вообще, отдай сюда эту штуку! И проваливай отсюда, надоел! Ты ведь как проваливай? Это мой блиндаж! Был твой, стал наш! Проваливай давай! А то сейчас как дам! Ладно, ладно. Ты у меня еще пожалеешь. Ешь, Машка. Машка, ешь. Веди себя хорошо. Мы здесь, неподалеку поиграем. Хорошо. Пошли, Берта. Слышишь, винтовки?
вот это застрочил пулемет. А кто с кем? Разве уже война началась? Где же тут война? Сейчас посмотрим. Смотри под ноги, не задень провод. Ты только с твоими глазами и увидишь. Странное что-то. Живое. Прыгает, мечется. Может, собачонку какую занесла нелегкая? Не похоже. Коза это там? Как коза? Обычная коза с рогами, с бородой. Хвост почему-то синий. Это Нюркина коза! Она ей специально хвост чернилами выкрасила, чтобы отличить. Пропала теперь Нюркина коза. Погоди, Светка. А ты уверена, что это Нюркина коза? Ясно, она хвост синий. Но ведь Нюрка без козы никуда. Да, ее так и называют. Нюрка с козой. Ну, а эта Нюрка с козой, она не могла зачем-то в деревеньку податься. Вообще-то она с Бертой дружит. А мне Санька про эту деревеньку рассказывал. А Санька с Бертой мириться пошел? Значит, они... Товарищ лейтенант, дети в зоне обстрела. Какие дети? Коза это. Я вам говорю, дети! Где? На высотке, в макетах. Две девочки и мальчик. Не вижу. Но они должны быть там. Одна из девочек никогда не расстается с этой самой козой. Передайте срочно, чтобы прекратили огонь! Третий! Третий, я шестой, слышите? Третий! Третий, я шестой, слышите? Третий! Третий! Связь, черт, прервалась! Что же делать? Ведь это господствующая высота. Ее кроет 6 батарей артиллерийским огнем. Сколько времени нужно, чтобы устранить повреждение? Смотря какое повреждение и где оно. Так. Постарайтесь восстановить связь. Светка, остаешься с лейтенантом. Девочка останется с вами. Где командный пункт? Пап, я с тобой хочу! Никаких разговоров, выполнять приказ. Между холмами до леса, а там прочкой до Елпатьева. Там так, командный пункт, церкви старой. Далеко это. Если б я на своем мотоцикле. Километров 5 будет. Где? Чего где? Мотоцикл где? А вон в кустах. А вы умеете? Приходилось. Мой папка был чемпионом, когда еще ребенком была. Сидим. И стены вон, смотри, какие толстые. И потолок тоже толстый. Наши отобьются. Вот увидишь. Придут красноармейцы, откроют дверь. Мы выйдем, да побежим, да быстро-быстро. Да, да. Я. Мы как припустимся, и сразу домой. Прибежим, а дома ничего не скажем. Давай русский учить. Чего так сидеть? А то красноармейцы придут, ты им и спасибо сказать не сможешь. Сейчас я тебе буду читать. Жил-был царь. Вот он. Меч цар, путеный. Это белый царь, сабля. Меч
Свиста? Ну давай по-другому учить. Вот это книга. Повтори, книга. Книга? Вот это свечка. Свечка, свечка. Свечка? Да. Вот это венок. 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 Правильно. Венок. Слышишь? Тихо стало. Может, кончилось все? Ой, мамочки родные. Опять. Я-то думала, отбились. Ой, мамочки, ой, братушки. Ой, коза моя Машенька. Ой, мамочка, свечку засыпала. Ой, мамочки родные. Ой, темно-то как? Это ничего. Фашисты придут на темноте и не увидят. Фашисты? А? Sie sind in Fuhrwerken, LKWs, Panzern gekommen. Einige tausend gesunde, kräftige Kerle sind mit Fallschirmen abgesprungen. Die Fallschirme waren aus Seide. Aus dieser Seide näht man schöne, glänzende Blusen. Mutti hatte so eine Bluse. Als mein Mutti durch die Straße jagte, wurde die Bluse ganz schmutzig und zerriss. Дороги. Там увидишь направо тропинку. Пойдешь по ней, встретишь лейтенанта и Светку. Оставайся с ними, ты можешь понадобиться. Ладно, а вы куда? Я на командный пункт. Да не положено сильно! Там... Я командир полка Красной Армии! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Чем вы куда? В чем дело? Вы кто? У вас под огнем дети! Как дети? Семененко! Нарушена связь с наблюдательным пунктом 64. Восстановить немедленно! Так, что такое? Кто впустил? Товарищ комбат! Алло! Семененко! А меня это не интересует! В условиях боевых действий никаких оправданий быть не может! Махать из-под земли! Товарищ комбат, немедленно прекратите огонь, там дети. Каким образом вы оказались в расположении командного пункта? Ивченко! Сейчас, товарищ комбат, сию минуту, 6-й батареи, связи нет. В зоне обстрела находятся дети! Какие дети? Надеюсь, живые. Где находятся? На высотке в макетах.
Там есть какой-то блиндаж, дай бог, чтобы они догадались в нем спрятаться. Четвертый блиндаж – главенствующая высота. Он обложен артогнем. Кто их туда пустил? Это сейчас не важно. Прикажите прекратить огонь. Их что, кто-нибудь видел? Нет. Но известно, что 2 часа назад они туда убежали. Ну, а если их там нет? А если они там есть? Но отказ от четвертого блиндажа срывает план учений. Задействованы 1000 людей, техника, орудия. На учениях присутствует начальник округа. Я не могу так рисковать. А детьми рисковать ты можешь? Что делать? Прикажите прекратить огонь. Есть прекратить огонь. Ивченко! Свяжитесь со всеми батареями. Прекратить огонь. Не понял. Выполнять! Есть. Всем батареям стой. Немедленно прекратить огонь. Алло, третий, я первый. Прекратить выполнять. Огонь. Как понял? Вторая. Шестая. Алло, алло, алло. Шестая. Третья, я первый. Я первый. Прекратить огонь. Шестая. Прекратить огонь. Шестая. Шестая, шестая. Фу ты, черт. Мы шестую батарею остановить не сможем. У нас с ним связи нет. Шестой, шестая. Они по блиндажу лупят. Где она расположена? Да здесь, за рекой. Туда пока на машине доедешь, они к черту все разнесут. Ивченко! Жми на машине на шестую батарею, прикажи, что прекратили огонь. В четвертом блиндаже дети. Так это ж болото объезжать, товарищ комбат. Крюк километров 20. Исполнять приказание. Есть. Почти бесполезно. Бог даст, успеет. Сигнал бы им какой подать. Сигнал. Будет сигнал. Слушай, ты как тебе там? Светка. Светка, стой здесь никуда, ясно? А ты куда? Чего ты? На Кудукину гору. Если он спросит, скажи, сейчас придет. Ясно? Угу. Смотри мне. Эй, пацан, стой! Ты куда? Я Деденька. Я по грибы, по ягоды. Какие грибы? Очумел? Тут учение. Кыш назад. Учение? Как интересно. А я не знал. Деденька, а вас здесь много стоит, правда? Много, много. Тебе-то что? Ничего. И вы никого на тот берег не пускаете, правда? Ну, конечно, там ведь стреляют. Иди, грибник, да больше сюда не суйся. Да ладно, ладно, мне-то что? Мне ничего. Я по грибы, по ягоды. Thank you.
жива. Сейчас, сейчас. Сейчас я тебе отвяжу, Машенька, сейчас. Ого. Ладно, потом. Девчонки, девчонки, вы тут? Санька! Тут так страшно, Саша! Санька! Война, Санька! Нету, нету никакой войны! Учение это! Учение! Война! Нет война! Нет! Ферштейн! Нет война! Ферштейн! Санька, а как там Машка-то моя? Жива? Да жива твоя коза, жива! Только опасно там очень. Снаряды-то настоящие. Ну и влипли же вы. По нашему блиндажу сразу несколько батарей стреляют. А как же ты? Да я-то что? Я прорвался. Меня не выследишь, руки короткие. Зачем? Да чтобы вас упредить, дуры таких. Чтобы вы здесь прятались. Тебе же могли. Могли, не могли. Не убейте. Ой, ой! Возле самой двери бабахнула. Как бы нам вход не завалило. Ой, Санечка, а как же мы? Сыц! Небось, без меня так не много. Ну чего ты на меня кричишь? Страшно вон, как темно. А свечка на что? Где она? Там, на столе, но ее засыпало. Она ведь уже совсем догорела. Что же делать? Расковырять ее, что ли? Ай! Что это, крысы? Сейчас посмотрим. Вот молодец, Берта. И где она этому научилась? Ты знаешь, мне мама рассказывала, что Берта со своими родными полгода от фашистов в подвале пряталась. Тут уж всему научишься. Пицца? Вот это да. На пасаран, но пасаран. Нюрка, а ну давай песню.
Я не знаю, какую. Я только мамину знаю, которая она. Давай! Ты тоненьким голоском, я толстым. А Берта каким сможет? Давай! Ушел казак на войну, бросил дома он жену, бросил свою деточку, дочку малолеточку. Пусть и последние слова бросит свою деточку. Бросил свою деточку, дочку малолеточку. С той поры прошли года, прошли прокатились все казаки по домам, давно воротились, все казаки по домам, давно воротились. Только нету одного. Извини, браток, там дети под обстрелом. Стой! Ты что, с ума сошел? Стой! Люблю такие песни про войну, про героев. Только очень грустно. Берту, ты чего? Мута, Альберт, Deutschland, Германия. Это она по матери и по братику плачет. Они у нее в Германии остались. Братик совсем маленький, с ним не убежишь. Не плачь, Берта, не плачь. Спасем мы твою мамку. Эльбертика твоего спасем. Привезем их сюда. Живите здесь спокойно. Ничего не бойтесь, да?
Живы? Учения кончились. А ты здесь откуда? Вы не волнуйтесь, я аккуратно пробрался. Выходите, девочки, стрелять больше не будут. Побежали, девчонки. Берта, скорее, скорее. Ого-го, разбомбили. Ничего себе. Ой, ужас какой. Машка, о, Машка, жива моя Машка, бедная, жива. Скорее Машенька. Ее отвязывай, а то придут солдаты и зададут нам. Машка. Иди, Машка, иди. Девочка, бабка, герой! Спасибо, командир! Почему обязательно военные? Ну, для Красной Армии. Сядут на них красноармейцы и побьют всех врагов. Теперь, Светка, война будет другая. Одними конями бой не выиграешь. Ну, ты же один всех победил. Ух, как интересно, пушки, красноармейцы, кони. У меня аж в груди все дрожало. Дух захватило, пока мы смотрели. Так ведь на войне убивают, Свет. И тебя могут убить. Всякого могут убить. Но ведь тебя в прошлую войну не убили, а только ранили. Так кто в прошлую? Но если тебя могут убить, то не надо. Интересно, конечно. Мы их раз-два и сокрушили, и победили. Я бы в санитарке пошла раненых с поля боя выносить. В белом халате, с сумкой на боку, на шапочке красный крест. Ух, и есть же хочется. Ну что, Светка, тогда давай, наверное, домой собираться. Да, домой. С крыши нас вчера с тобой согнали, банку из-под керосина отняли и за какую-то голубую чашку напрасно выругали. Но разве это хорошая жизнь? Нет, не хочу я домой. Да там мама, наверное, давно пришла. Поглядела, нет, поискала, не нашла. Сидит и ждет нас. Ну и пусть. Ну хорошо. А куда же мы с тобой пойдем? А куда глаза глядят? А куда твои глаза глядят? А вон, видишь, сосновый лес? Где-то около того леса есть озеро, а около озера стоит дом. В нем живет старикова дочка Валентина. Мы еще Свистульку должны передать. Помнишь? Ну что ж, к Валентине так к Валентине. Федор! Ты куда, негодник, синюю кастрюлю подевал? Я тебе говорю. Ты что, не слышишь? Я спрашиваю, куда кастрюлю подевал? Вон. А куда, бесстыдник?
Решето спрятал. Таба. Ну, погоди, атаман. Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Вам отец шлет поклон. Спасибо. Заходите, присаживайтесь. Отдохните с дороги. Голодные, небось? Я сейчас. Я малину ел, два куста объел. Еще буду. Ешь на здоровье. Только смотри, друг, не лопни. Федор, постой. Тебе дедушка подарок передал. Дай, пап. Вот, гляди, какая свистулька. На, держи. А спасибо. Еще чего? Иди в дом. Закусите с дороги. Спасибо, не откажемся. Спасибо. Прошу. Приятного аппетита. Бери хлеб. Ну что, отец, домой-то не собирается? Не говорил ничего такого. Передавал только, что жив-здоров. Хорошо тут у вас. Спокойно. Хорошо-то хорошо. Да вот мужики мои все бродяги. Что отец, что муж, что вон этот. Весь в них. Того и гляди, в поля уйдет. Мы тоже бродяги. Мы из дома ушли, на маму обиделись. Вот тоже дело. И давно ушли? С утра. А то оставайтесь. Дом большой, места много. К вечеру муж Федор явится. Может, и дед Федор приедет. Они что же-то у вас все Федоры? Все как есть. Ну-ну. Как же вы их не подойдя? Привыкла. Отец, муж да сын, вот и все различия. Федор, ты опять кастрюлю взял? Ничего я не взял. Она сама взялась. Я поход собираюсь. Ура, я поход. Ну, что я говорила? Красноармеец. Ну, отдыхайте. Отдыхайте, вон там под яблонькой можно и поспать. Спасибо. Пап, погляди-ка, а по-моему, это сын Федор наелся малины, а теперь тянет из нашего мешка пряники. Федор! А мы все видим. Ой, упала. Федор, иди сюда. Да иди, не бойся, я тебе все пряники отдам. Я стою здесь без штанов, а кругом крапива. Эх ты, герой без штанов.
самый летчик пролетел, который приходил к нам вчера, дядя Володя. Ну, почему тот самый? Может, это совсем другой. Нет, тот самый. Я знаю. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что улетает завтра далеко. На север? Нет. На юг? Нет, на совсем. Я ела красный помидор и слышала, как мама ему ответила: ну тогда прощайте, счастливый путь. Пап, расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня не было. Как было? Да так же и было. С утра день, потом ночь, потом еще день и снова ночь. И еще тысячу дней. Вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься. Давай рассказывай, как вы познакомились. Да я уж тебе тысячу раз рассказывал. А ты еще расскажи. Ну хорошо. Только ты помогай, если я что забуду. Ладно. Ну вот. Было тогда нашей Марусе 17 лет. Было тогда нашей Марусе 17 лет. Напали на их город белые. Схватили Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у Маруси уже давно не было. И осталась наша Маруся совсем одна. Что-то ее жалко становится. Выбежала Маруся на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму рабочих и работниц. Буржуи, конечно, рады белым. И повсюду в их домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти. Некому рассказать о своем горе. Вышла Маруся за город. Солнце садилось, шумел ветер. И раскинулась перед ней широкая степь. С волками? Нет, волки тогда от стрельбы по лесам попрятались. И подумала Маруся: побегу-ка я через степь в город Белгород. Там стоит Красная армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если его попросить, то наверняка поможет мне освободить отца. А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда Красная армия, чтоб ее просили, а сама мчится на помощь туда, где всего нужнее. И каждая винтовка заряжена. И каждая винтовка заряжена? На 5 патронов. А каждый пулемет на 250. Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень, и сразу за бугор. Ага, думаю, стой, белый разведчик, дальше не уйдешь никуда. Ударил я, конечно, шпорами. Выскочил на бугор. Гляжу. Что за чудо? Нет белого разведчика. А стоит в степи девчонка. Лица не видно, только волосы на ветру развиваются. Спрыгнул я с коня. Подхожу, спрашиваю: кто ты? И зачем одна по степи бегаешь? Она увидела у меня на папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала. Вот так мы с ней, с Марусей, познакомились. Дальше, папа, дальше. Ну, наутро белых из города мы выбили. Тюрьмы открыли,
И рабочих выпустили. Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немножко прострелена. И плечо болит, когда я с коня падал, об камень ударился. Приходит ко мне командир эскадрона и говорит: ну, прощай. Уходим мы дальше за белыми. Вот тебе подарок от товарищей, хорошего табаку до бумаги. Лежи спокойно и скорее выздоравливай. Вот и день прошел. Здравствуй, вечер. И грудь болит, и плечо ноет, и на сердце скучно. И вдруг быстро и бесшумно вошла на носках Маруся. Вдруг быстро и бесшумно вошла на носках Маруся. Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый. Плевать, что больно, Маруся. Почему ты такая бледная? Ты спи, спи крепко. Я около тебя все дни и ночи буду. Пап, а ведь это мы не по правде ушли из дома. Ведь она нас любит. Мы походим, походим и опять вернемся. Откуда ты знаешь, что любит? Как откуда? Знаю. Я вчера ночью проснулась, гляжу, мама отложила книгу и долго-долго-долго на тебя так смотрит. Ну и что, что смотрит? Она и в окошко смотрит, и на всех людей смотрит. Ой, нет, когда в окошко смотрит вот так. А когда любит, смотрит вот так. Ах ты, разбойница! А ты как на меня вчера смотрела, когда чернила пролила? Тогда ты меня за дверь выгнал. А выгнатые всегда смотрят сердито. Возвращаемся! Возвращаемся! Валентина! 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 Спасибо, Валентина. До свидания, Валентина. Спасибо вам большое. Здрасте. Прошу. Здравствуйте, дядя Федор. Сейчас, Свет, поедем. Ух ты, какой котенок! Ма! Это мне? Тебе, тебе. Ой, спасибо. Навсегда? Держи. Берите, берите. У нас этого добра много. Федор, я все видела. Ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Сейчас пойду еще дальше спрячу. Этакий здоровила. А ведь еще и трех нету. Весь в них. Но! Мы не разбивали голубую чашку.
Это все злые мыши, а наш котенок раззовет и в куски. Папка, папка, смотри, это красноармейцы тебе машут. Папка, ты у меня настоящий герой. Спасибо, Федор. До свидания. Всего хорошего. Спасибо, дедушка. До свидания. До свидания. Ну. Что поделаешь, такая уж игра. Салют! Салют! Ты беги, беги, Светка, вперед, я догоню. Ну тогда держи. Это все только злые серые мыши. И мы ничего не разбивали, и Маруся ничего не разбивала. Мама, папа, посмотрите, дождь! Мама, мама, разве так бывает? Дождь идет, и солнце светит. Бывает, бывает. Ярко, ну бывает, слепой дождь называется. Ой, красота, мы пришли домой, а там дождь слепой. Вот и кончился дождь. Разве плохая у нас жизнь? Нет, жизнь у нас совсем хорошая. Гроза будет. Какая гроза? Был ведь уже дождь. Эх, Маруся, то дождь. Гроза впереди.